На территории Мексики за последние 3 месяца произошло 13 тысяч землетрясений. Метеорологическая служба страны фиксировала подземные толчки магнитудой от 1,2 до 8,2 в период с сентября по ноябрь 2017 года. Самое большое количество землетрясений отметили в сентябре. Их насчитали 5700. 7 и 19 сентября 2017 года произошло несколько мощных землетрясений, из-за которых погибли сотни человек. В октябре метеослужба зафиксировала 3800 землетрясений, а в ноябре – 3200. Больше всего подземных толчков отметили в штатах Чиапас и Оахака, а также Герреро, Мичоакан, Колима и Халиско. На сегодняшний день накопилось достаточное количество общеизвестных и малоизвестных мировой общественности фактов, которые свидетельствуют о различных изменениях на планете, произошедших в относительно короткий промежуток времени. Это и ускорение движения тектонических плит, и рост темпа активности процессов, и обострение проблем общепланетарного характера, в том числе сейсмической, вулканической, солнечной активности, изменение магнитного поля Земли, скорости дрейфа магнитных полюсов Земли, смещение земной оси, изменение альбедо планеты, ее орбитальных параметров. Кроме того, наблюдается увеличение приземной температуры, таяние вечной мерзлоты, сокращение площади и массы ледникового покрова суши и полярных морей, повышение уровня морей и океанов, изменение стока рек, возникновение опасных гидрометеорологических явлений, засухи, наводнений, тайфунов и многое другое. То есть регистрируются многочисленные факты изменений, которые происходят в литосфере, гидросфере и атмосфере Земли. В этой связи крайне важно глобально и быстро менять ценности общества с потребительского формата на духовно-нравственный, созидательный формат, где добро, человечность, совесть, взаимопомощь, дружба, доминирование духовно-нравственных основ стояли бы на первом месте во взаимоотношениях между людьми, независимо от их национальности, вероисповедания, социального статуса и иных условных, искусственных разделений мирового общества. Когда все люди будут стремиться создавать жизнь, удобную для всех окружающих, то в этой жизни они и будут сохранять себя и свое будущее. Дорогие зрители, если вы хотите иметь постоянно свежую и объективную информацию о том, что происходит в мире, подписывайтесь на наш канал. Нам есть о чем вам рассказать. Также пишите в комментариях о том, что вас интересует и о чем хотите узнать подробнее. И мы с радостью расскажем об этом на канале. Поддержите нашу деятельность, поставьте лайк и поделитесь видео с друзьями.